Следующий вопрос. Будут ли санкции за нарушение данного закона применяться гражданам, постоянно проживающим за границей и не имеющим возможности посетить Россию в течение двухмесячного срока? Закон четко говорит о том, что он применяется только гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Российской Федерации. То есть гражданам Российской Федерации, проживающие постоянно вне территории Российской Федерации, данный закон не применяется, соответственно, никаких санкций применено быть не может. Что является подтверждением факта постоянного проживания за границей? Обязательно ли наличие штампа о постоянном местожительстве в паспорте? Но мы понимаем, что в паспорте может штамп вообще никакой не стоять, это может быть выдан иной документ, иной паспорт. Но российское законодательство не содержит четкого понятия, что значит постоянное проживание вне территории Российской Федерации. Представляется, что лицо должно быть снято с учета в Российской Федерации и стоять на учет в консульском учреждении вне пределов Российской Федерации.